Дагестанский боец Шамиль Амиров завоевал чемпионский титул организации Fight Nights Global в полусреднем весе. Поединок 24-летнего каспичанина с Дмитрием Бекрёвым возглавлял турнир этой организации в Москве. Бой завершился в третьем раунде, когда Амиров ударом колена нокаутировал своего соперника. Для дагестанца, представляющего бойцовский клуб «Крепость», эта победа стала пятой по правилам ММА. Отметим, что он является победителем первенства Европы по вольной борьбе.